дорогие зрители. К вашему сведению, вниманию, предоставляю вам эфир в данной местности. Эта местность называется село Окджар, Челикульского района, район Дусти, Республики Таджикистан. В данный момент находимся в предсвадебной подготовке. Будем показывать, артисты здесь будут выступать для жениха и невесты, и для танцующих. А там, наверное, будет сидеть жених и невеста. Сегодня погода облачная, чуть-чуть дождем. Просим любить и жаловать. Здесь вода завозная. Основная деятельность здешнего населения – это занятие скотоводством и организации миндальных садов. Особенно у миндали здесь много. И гранат. Гранатовые сады. Челикуль славится своими гранатами. Я одно скажу. Для любителей нетронутых мест цивилизации и приезжать сюда. Вот, пожалуйста, наши артисты приехали. К вечерку они начнут свою дангардунку. Свадьба, понимаете. Мы сейчас едем в санаторию Челикульского района, то есть нынешние Дусти. Мы выехали из села Окджар, уже как 5-6 километр едем. А также в этой санатории имеется теплая соленая вода, которую назначают для лечения различных заболеваний, таких как артроза, артриты, то есть воспалительные процессы суставов верхних и нижних конечностей, позвоночного столба, а также при различных отечных синдромах, таких как при слоновости, а также при отеках различных кожных заболеваний. А красоту этого санатория мы обязательно вам покажем. Дорогие зрители, слева от меня находится река Пьянч. Река Пьянч, которая с самого горного Бадахшанского автономной области до самого Узбекистана. И проезжая через Туркменистан, она вливается в этот Аралское озеро. Вот, слева показываю. Здесь также находятся горы, которые окутаны облаками. Получается такое впечатление, что эти горы как будто над облаками. Мы уже почти доехали до назначенной точки. Вот здесь написано «Обещи Фу» и курсором указано 100 метров. «Обещи Фу» — это означает «лечебная вода». То есть та вода, которую мы вам говорили, то есть соленая, теплая минеральная вода, которую применяют для лечения различных заболеваний. Вот здесь, ребята, написано «Осуишго и Таубати оби замзами дусти». То есть санаторное курортное лечение Челикульского района в Замзам. До берегов реки доедем, и я покажу вам небывалую красоту. Вот прям как чувствуется свежий воздух, запах реки, конечно, в частности, запах рыб. Смотрите, мы доехали до назначенной точки, то есть до санатория Оби Замзам. Пойдемте, зрители. Видимо, вам будет интересно, что здесь никого не видно. Но это очевидно, что сейчас зимний период. Там постояльцев-то очень мало. Наверное, вот спот с левой стороны санатория. Мы дальше пойдем к реке. К красоте природы. Мы сейчас вот возле набережной реки Вахш. Это река Вахш, которая начинается с головного Геса Сарбан. И с левой стороны течет мутная вода, а с той стороны течет чистая вода. Она никогда друг с другом не смешивается.
Вот с левой стороны этой санатории, с той стороны, находятся горы Бабатак, то есть Дедушкинские горы называются. Как в селах нету снега, но в горах уже снег как бы. Ребята, мы сейчас направляемся, откуда исходит соленая вода. Ребята, вот вода очень соленая. Вот на вкус попробую. Да, действительно соленая. Вот эта вода, при помощи которой лечит различные заболевания. Замерзшийся здесь, вот отъезжаем с этой местности. Будем сегодня участвовать в сельской свадьбе. Поэтому мы из санатория вернулись в село Охджар. Пока еще свадьба не началась. По-моему, жених и невеста, они замерзли, поэтому не выходят из дома. Хотя час назад уже должна была начаться эта свадьба. Я сейчас иду в сторону казана, где приготовили свадебный плов. Алейкум. Вот, дорогие зрители, показываю вам казан плова. Наш повар, как звать вас, Акаджун? Акайхо Мирзо, вот, приготовил вкусный свадебный плов. Вот ребята угощаются, они все помогают. Да, о, как вкусно пахнет. Вот он, наш братан, вот этот наслаждается. Он угощается свадебным пловом. Уважаем, давай. Вот полов. Пожалуйста. Это просто объедение. Народ таджикский, узбекский славится своими блюдами, из числа которых ведущее место занимает плов, то есть ош.
смотрели. Вот смотрите, каким мастерством этот рис ложат в тарелку большую. Люди все здесь добрые, открытые душой. Вот такая местность. Вот в этом уголке они вот режут мясо. Это мясо барана, да, ребят? Это просто вкуснятища. Прямо слюны текут. Меня угощают этой мясой. Это нечто, ребята. Вам стоит приехать на такие свадьбы, да, и угощаться такими этими объедениями. Я благодарю своих братьев вам за угощение. Желаю ему крепкого здоровья, успехов. Ладно, до встречи, ребята. Салам алейкум, ребята. Мондой кур. Вот это настоящая чокхи называется. Вот в этих флагах и заваривают чай. И чай получается необычного вкуса. Вот наш братан следит за этим. Вода готовится для заварки чая. Смотрите здесь, как в таких условиях. Thank you.
получается. Kaşlarına çizip kalama, kalama yutar bizini salama.